На Украине 70% русского населения, сейчас запрещен русский язык, правильно? Сколько на Украине? 70%. 150. 70% считают себя русскими. А 90% говорят на русском языке, правильно? Нет, говорили. Говорили, да. Уже не говорят, да? К сожалению, с каждым годом. Ну, конечно, но надеюсь, это не... Смотрите, за какие-то 15-20 лет уничтожается язык. Вы знаете, Тимошенко называет как русский язык? Собачий лай. Собачий лай, да? Я приехал из Севастополя, он рассказывает. Значит, он любит собак. Ну, вы знаете, она такая же украинка, как я, папуас. Я похож на папуаса? Копия, да? Ну тогда она, конечно, украинка, Леся украинка. Мама еврейка, папа армянский еврей. Она чистокровная украинка, да? И самое главное, в Украине это все знает. Это, что, на Украине нет украинской национальности, извините? Так почему? Она говорит от украинского народа. Я бы понял, если бы, во-первых, я бы сказал, что с моей позиции, то, что мне пришлось столкнуться, понятия украинского народа нет, это просто ветвь русского народа. И не потому, что мне это хочется, а просто правда. Это малорусский диалект. Понимаете? Потому что нас приучили, что это украинский язык, отдельный народ. И мы так были уверены, и я был уверен, пока не побывал на Запад, не столкнулся с людьми, которые называют, допустим, когда я приходил сталкиваться с немцами, для меня был шок, когда коренные немцы говорят, что «а мы друг друга не понимаем». То есть северный немец не понимает южного, восточно-западного, не понимает друг друга. То есть диалекты того отличаются друг от друга, что они друг друга не понимают вообще. Я там не говорю немцы, если бы говорил кто-то другой, я мог бы сомневаться. И они называются единым народом, так? В Англии, кто был, отъедьте от Лондона на 100 километров, поговорите с местными жителями. Вы ничего не поймете, вы же будете знать... Да, даже если прекрасно будете знать английский язык, British English, не поможет. И они называются единым народом. А это действительно южно-русский диалект, который действительно с большой примесью польских, немецких, венгерских, румынских слов. Но это русский язык изначально, украинского языка никогда не было, не могло быть в природе. Потому что когда была Киевская Русь, был там чисто русский язык. И называлась Киевская Русь до того, как ее якобы варяги захватили и создали государство, существовало уже более 1000 лет в составе государства общего, единого. И территория называлась, так как провинция Скифия, у меня эти карты тоже есть, оригинальные карты, вот такие, как это. Не то, что наш учебник истории пишет мнение кого-то, чего-то, и ни одного оригинала не показывает. Понимаете, вот когда я возьму оригинал и покажу, я могу иметь мнение. А если не показываю ничего и говорю мнение, то это на 99%, если не сказать все 100%, фальшивка, правильно?